Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Либо этот, воровство карт с магазом. Еще получить какой-то value. Биг банана. Еще, кстати, банана. Забрал монету, почему? Потому что на следующий ход у меня 7 монет, я здесь хочу сделать левел, купить что-то, то мне, по идее, нужно будет вот это вот дело завязать. Рул как будто, ребят, дорого. Можно бери его, вот его я взял, поехали. Ничего не боимся. Let's go. Если пусть это жестко, можно даже дабл продажно сделать. Вот как здесь. Минус 20, тетриса сразу брать. Кому арахиса? No. No. Лучший за работой. Хоп! Золочение карты, хорошо. Окей, мы это уже, ну, довольно сильный стол получили теперь. Молодцы. Ну, Мерседа, вообще, наверное, с кем угодно сейчас справиться. Мы сейчас супер сильные. Зотик, это зотик с реборном, золотой. А подскажите лекарство от поноса, меня прям срывает слонку. Давай загуглить можешь. За лента. Ну вот-вот. На Твиче только за ленты и затычки только посоветуют. Твои существа постарались на славу. Вот это уже разговор. О, вау. Я хочу забрать контрабандиста, на следующий забрать еще... Сейчас я думаю, как сделаем. У меня есть вариант просто продать. 6-2, я знаю, мы уничтожим, я думаю, на этот ход или на следующий. Я на следующий могу забрать, а потом продать, и продать, поставить эту штуку, его уничтожить, получить баф уже на нее тоже сверху, и, ну и так далее, и так далее. И сейчас, ну, пусть сейчас реборном остается, потом успеем его продать. Меня обилку это не меня. Это не смена обилки. Короче, я предлагаю сейчас просто продать янтарного стража, забрать контрабандиста. И возможно, это не на этот ход язать эту штуку на следующем. Раз мы просто левел сделали, ничего не. Когда мы сыграют, сыграют, почему нет? Ну, вроде хорош.
Рот закрой, пока я говорю. За что? Это что за трек, подожди, а? У нас какая-то песня, а? Слушай, это же не она, нет, это не она. Какие тычки, просто жесть. Или это она, подождите, это она. О, боже мой. Возвращение. Как оно там? Все в порядке? Фаланги кельтозад. Кайс Госс можно играть? Наверное, нет, да? Наверное, Кайс Госс у нас не будет. Тише. Тише, тише, тише. Не знаю, эта штука стоит, не стоит. Прикольно, но... У меня Тезиса украл. Вор-вонючка. Окей. Рот закрой, пока я говорю. Оба! Оба! The fuck? А как мы это сделаем? Подождите. Это минус пэки, ребят? И про 40 давайте лучше поддержим. Го не продавать его. Пара тоже не будем брать. Уф. 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 Роу. Позолотел. Уф. В этот раз топайки, да, продаем? А, кап. А закрой рот, пока я говорю. Шук, шук. Активация боевого ключа или везет? Активация боевого ключа. Эй, отсюда активация боевого ключа. Let's go. Ну-ка, билку меняем. Там все... О, это очень хорошо. О, я понял, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Вопросов не имею. Пиратов нет здесь. Секундочку, тогда давайте так сделаем. Ку,
да, сам себя забафал. А прикинь, сейчас суперсильный меня выкинет. Но он тоже не прикинул. А мне показалось, как ты баканул. Закрой рот, пока я говорю. Страховательнее пэки. Ну, учитывая, что у нас фулл-пираты. Вроде более приятные. Тетрис? Ноу. Вообще у меня голда есть чуть ли не бесконечная. Как будто можно его поставить на стол. Ну и типа на него-то забить. Ну, ладно, ради пары заберем. Неужели все так легко добылось? Золотом Тетрисе вроде как немного... То есть, он, конечно, здорово, с ним я вообще буду бесконечная. Но без него все оки-доки. Учится довольно много экономики в этом лобби. Попробуем. И... Поедалка. Он выбил, скинку выбил. Наверное, поставил на закрывашку и пойдет. Чел пробивает всех. Молодец, это коин, мы же, наверное, справимся, мы классные тоже. Просто его поставил, забрал этот спел и брррр, хватит.
Клифф слабый, Клифф достаточно силен. Самодостаточный, ребята. Почему Хроми не взял, она же лучшая Брана? Хроми? Это которая за реролы дает статы? Ты про нее? Чем она лучше? Дракона много, дракона сильно. Это Макас. Выбор опытного командира. Лучше найми кого-нибудь. Опа! Рано было бы неплохо поймать. Много всего дают, ребят. Арслан пропустил, да? Мой трек. Сейчас я поставлю. Я тут чуть-чуть кручусь. Да ё-моё! Парень нашёл, да? Сейчас, трек пропустил, я поставлю. Все вижу, Сань, давай сейчас твои два трека. Спасибо большое. Все, ставлю. Конечно, нам надо тоже баблы находить, чтобы не всегда до баблы. Вообще 4-6 тоже надо не стоит пропускать, надо тоже их забирать. Какой голды? Голды у нас 37. Кто там? Кто собрался? Клиу. На дно! По-моему, зря забираю каждую штуку, которую мне экономика дает. Это очень много действий себя требует. Хорош. Окей, еще что-то полезное, да? Это очень полезно. Кто? Куда он делся? О, найс. Кто это?
Минус 28. Голды еще 33 сохранено. Это все. Голда у нас просто вообще не кончается. Кажется, чувак не дает им никогда закончить голду, как бы не крутили. Мне кажется, мог вообще ничего не крутить. Из-за этого выигрывали. Да у нас, ребята, еще и Дарноз, у нас куча карт, которые дают нам голду, помимо него. По-моему, мы плюс-минус Инфинити с такими картами, даже без обилки Голливикса. То есть мы можем тратить, но все равно голда не будет кончаться. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!